Приветики всем! Это опять я, Инна. Хочу вам показать. Сегодня я ходила по магазинам. Сейчас скидки продолжаются. Вот. Я сегодня зашла в Зару. Вот. В Зару зашла и купила себе вот такую туничку. Хорошенькая, такая разлетаечка, удобненькая. Не в облипку, она такая свободненькая. Мне очень нравятся такие вещи. Вот. И вот такую туничку я купила, такого бордового цвета. И купила я еще вот такие себе классненькие чабатики. Вот такие вот обалденные, велюровые. Вот такие вот они. Вот сзади вот такая вот шнуровочка. Классные. Вот они. Вот такие вот купила себе. Тоже в Заре. Вот вообще очень люблю Зару. Вот очень такие есть. Можно найти очень оригинальные вещи. Вот очень такие красивые, удобные. На каждый день бегать просто классно. Вообще люблю делать покупки, делаю часто, покупаю обувь часто, одежду обожаю. Вот настроение у меня поднимается, когда я хожу по магазинам. А вот настроение поднимается. А вот поэтому частенько я хожу, шастаю. В Зару хожу, еще куда-нибудь хожу. А вот. А, сегодня еще часы такие настенные интересные купила. Красивая в Казанова. Вот, но это вообще, мне так нравится шнуровочка, этот бантик сзади, ну просто обалденно. Ой, прям балдею от своих покупок. Вот. Все тогда. Всем пока-пока. Чао-чао.